Технострой Олимп. Доступное жилье каждому. Ну что ж, погода по-настоящему осенняя, поэтому вопрос бесперебойной подачи тепла в дома сейчас особо актуален. Весь социальный и жилой фонд на сегодня полностью вошел в отопительный график, за исключением двух домов. Не горячие, а пока только теплые батареи на Дурманова 14 и Гагарина 37. Как пояснили нам в теплосети, на Дурманова виной всему засор теплотрассы. Ее промывкой займутся во вторник. Регулировать тепло на Гагарина 37 должны автоматические узлы учета. Их установка в программе капремонта. Но из-за конкурсных процедур поставка оборудования сдвигается. Сейчас отопление на Гагарина 37 регулируется в ручном режиме. Кроме того, за выходные на городской ТЭЦ увеличили рабочую температуру и подняли давление. Поэтому жители должны почувствовать заметное потепление и в квартирах.